10 человек чуть не сгорели заживо в собственных квартирах. Пожар в их деревянном доме в Томске на улице Розы Люксембург произошел глубокой ночью в субботу. Люди успели эвакуироваться из горящей двухэтажки. По счастливой случайности в это время спали не все жители. Огонь сначала охватил тамбур, а после перешел на крышу. Спасаться, рассказывают жители, пришлось самим. Кому-то помогали выбраться прохожие, а кто-то после самостоятельной эвакуации оказался в больнице. Через неделю пожарные назовут официальную причину ЧП, но жители не сомневаются, их подожгли. Дом признан аварийным, его должны снести. На территории, возможно, появится новый торговый комплекс. Но случится это, по прогнозам властей, лишь через 2-3 года. Пока же погорельцы переедут во временное муниципальное жилье.